Спасатели ликвидировали крупный пожар в Куйтуне. По предварительным данным Главного управления МЧС по Иркутской области, пожар начался в пристрое, где располагались станки для обработки древесины. Огонь быстро перекинулся на гараж и склад. Пожарные эвакуировали два автомобиля. Пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – электротехническая. В связи с большим материальным ущербом назначили ряд пожарно-технических экспертиз.